Здравствуйте. Я кофе, вроде как. Можете звать меня Сашей. Ну, без разницы. В общем, суть-то в чем. Я заметила, что стали популярны месяц назад были популярны видео, такие как создай персонажа с помощью Пинтереста. Вот. Ну, мне понравилась идея. Ну, так вот я это. Ну, тоже решила создать похожее что-то. Видео такое. Я думаю, давайте начнем тогда, да. Если что, кстати, у меня есть телеграм-канал, ссылка в описании, да, заходите. Так, у нас есть пункт из 10 вещей, есть там волосы, аксессуары, там расы и так далее, остальное там вниз, вверх, вот. Ну, я думаю, вы знаете, как это все происходит, и если что, я расскажу по ходу, так что, ну, да. Сейчас генератор чисел, цифр выбивает мне четверку, и по этой четверке я должна буду выбрать вещь, вроде как, вот. Обновляю ленту в Пинтересте, и мне, так, ну, я должна, получается, посчитать 4 раза, и тогда мне выпадает довольно красивый наряд. Я надеюсь, что это будет верх, потому что верх очень мне нравится, он красивый довольно. А если низ, то я, в принципе, не откажусь, наверное, от штанов. Штаны — это прикольно будет, наверное, смотреться. Если, конечно, это будет вот что-то другое, там, не знаю, аксессуары, там, волосы, это будет интересно. Мне выпадает низ. Кручу снова генератор чисел, и мне выпадает семерка. Тогда я, получается, снова обновляю ленту и считаю 7 раз. О, это мне выпадает довольно милый артик. Я надеюсь, что здесь будет поза. Она очень интересная, не знаю. А если раз, то, ну, не знаю. Барабанная дробь, и мне выпадает эмоция. Интересно. Он выглядит на арте довольно умиротворённо, что ли. Спокойно, в общем, мне кажется. Итак, снова кручу, и мне выпадает цифра 8. Считаю снова. И обновляю также ленту и пересчитываю. Кажется, это получается Тарантара Амами. Прекрасный рисунок, арт, все возможное. Тарантара Амами. Надеюсь, это будут украшения, аксессуары, они у него интересные. Кручу барабан. Сектор приз на барабане. Вам выпадает... Палитра! Кручу цифры на барабане, и мне выпадает четверка. Ох, моя любимая четверка. Это, кажется, это красивый парик. Он довольно красивый. Я надеюсь, это будут волосы. Потому что, ну, если это будет, не знаю, что-то мне осталось. Если это будет, да, не знаю. В обувь тут, там нет обуви, не знаю. Молюсь на волосы очень сильно. Итак, мне дают волос! Короче, циферки, и это выпадает цифра 2. Интересная цифра, обновляю ленту. Это красивый арт, довольно... Очень красивый. Даже не знаю, что бы я здесь хотела. Что бы я хотела, чтобы здесь мне выдало. Я бы, наверное, не знаю. Ну, аксессуары, может. Короче, верчу запутать хочу. И мне выпадает... Мне выпадает поза. Довольно интересно. Снова кручу, и это восьмерка. Считаю 8 раз, точнее обновляю, потом уже считаю. Это у нас тут красивая женщина, в чем она?
похоже на горничную, что ли. Уборщица, как, не знаю, как назвать. Прекрасная женщина, мне она очень нравится на этом рисунке. Я все еще надеюсь на верх или аксессуары. Прям очень сильно. Но пока что мне выпадает раса. Ну, это вроде как человек, так что... Так, мне выпадает цифра 1. Интересная цифра. Это цветочки. Цветочки. Красивые цветочки. Даже не знаю, что с ними может выпасть на самом деле. Ну, я не знаю. Наверное, я надеюсь на аксессуары все еще. Я... Мне кажется, текст... Аксессуар! Цифра 4. Люблю четверку, хотя мое любимое число это 13. Да. Считаю, и кажется, это снова цветочки. Интересно. Каждый цветок вообще по-своему красив. Они все довольно красивые, интересные. Они, не знаю, мне гвоздики нравятся, наверное. И ромашки, даже не знаю. А тем временем кручу барабан. А на барабане мне выпадает... Неужели вверх? Это вверх. Мой любимый генератор, дай мне... Мне дали тройку. Хорошо, я не против, в принципе. И это довольно красивое фото девушки Ваня. Вроде так. Я надеюсь, это будут... Я очень надеюсь, что это будут аксессуары, потому что, ну, не столько вообще это будет красиво. Какая лава! Хорошо. Мой любимый генератор, давай-ка мне 10-ку. Почему бы и нет? Что же это? Что же это будет? Это снова цветочки. Кажется, цветы меня сегодня любят. Это были, кажется, это был, кажется, аксессуары вроде были. Довольно интересно. Мне интересно, что из этого получится. Да. Я думаю... Да, я даже не знаю. Ну, приступим тогда. Чего ждать? Пока что я лишь только, как сказать, расставляю картинки, подписываю их, чтобы не забыть. Пока во время рисования вам что-нибудь расскажу. Так. Позу рисовать мне было довольно, не знаю, просто, наверное. И не знала, кого мне рисовать, девушку или парня. Но так как на картинке сразу была девушка, я подумала, почему бы не нарисовать... Да и волосы, не знаю. Я подумала, почему бы не нарисовать девушку. Да. Ну и все, как-то так получилось. Я еще долго думала с эмоциями, потому что... Это очень сложно. На арте выглядит, не знаю, сложно очень. Вот. Ноги. У меня с ними очень большая проблема, когда я рисую, особенно без обуви. Я не знала, как нарисовать вообще ноги без обуви. Это было очень сложно для меня. Я, не знаю, я... Мне еще иногда, мне кажется, что у меня проблемы со складками на вещах. Это правда довольно сложно, но иногда это сложно, да. Так, сейчас я решила, что из цветов вверх я сделаю типа топ, что-то такое. Аксессуар я сделаю ей, как он называется, ободок, я забыла, венок, да, вот. И на руках такие штучки, типа лианы, что ли. Цветочки тоже, которые свисающие там есть. По ногам не спрашивайте, по ногам все сложно, я не знаю, да. Этот персонаж мне напоминает девушку, которая живет, можно сказать, в царстве цветов, что-то такое, где у каждого есть какая-то часть одежды из цветов, что ли, наверное. Еще я бы дала ей имя Рози, наверное. Она красивая очень. Наверное, если бы она была в каком-то рассказе или сказке, она была бы положительным персонажем. Она так выглядит.
Она выглядит довольно скромно и спокойно, что-то такое, что-то в этом роде. Насчет палитры я старалась убирать, да, только цвета из палитры для основного цвета, а тени и все остальное я уже делала. Вот и сам результат. Я надеюсь, результат вам нравится. Ну, по крайней мере, мне он, да, мне он нравится очень. Ну, на этом, наверное, все. Пока!